セリーヌ。Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Казуку Фэмили. Именно KF Family Corporations. В общем, да, думаю потом, как переименоваться в Family Corporations. Или Corp, Family Corp. Звучит эпично. В общем, присаживайтесь поудобней. Если вы слышите этот звук, то мы играем в такую новую новелку, как Селена Апоптозис. Присаживайтесь поудобнее, это новая новелла. Вот, сейчас я проверю настройки. Так. Так, окей. Решил вот что-то новое вам показать. Погнали. Всем приятного просмотра. Звук сводит с ума. Глухие удары. Боль в голове. Угу. Боль была не слишком сильной, да? Но этот звук. Звук тук-тук. И звук не прекращается. Что тук был источником звука, да? Хуяк, тук. Еще раз и еще раз. Носок его мягкого домашнего мокасина. Оплатить аренду. Закончить текст. И спать. И у него бессонница. У героя. И он принял снотворное. Трехчасовой сон, но это капец. Ты хочешь спать. Ну да. Нейросети. Таблетки начинают подводить. Хрустнули пальцы. Ага. Короче, он работает в какой-то команде. Гроза в начале мая. Ну да, гроза. Вообще новелка атмосферненько выглядит. Гором гремит, земля трясется. Господи.
В окне барабанила яростная дробь капель. Он не сможет так работать. Не сейчас. Самое детство ему хорошо спалось во время грозы. Нужно пользоваться моментом. И опять снова снотворный в рот. Открыть окно и слушать мерный шелест дождя. Потом прошел он к кровати и рухнул поверх покрывала, прямо в одежде. Ну давай. Вода залила подоконник и понемногу стекает на пол. Интересно. Под щекой лежал приятный холодок ткани. Но сон не приходил. Ни хера ничего, да? Угу. Все напрасно. Он не спит. Он не может спать. Тук-тук. Чё? Кто стучит? Куда стучит? С первого этажа? Он пытается спать. А внутри у главного героя полыхал жар. Ночной гость. Какого хрена? А дождь все лил и лил. И окна небесные отворились. Кошка. Какого хрена? О, здорово, коль не шутишь. Только это не кошка, а кошка-тян какая-то. Чистокровная британка. Они что, все черные, что ли? Дымчатая серая голова. Мокрая шерсть облепила ее маленькое тельце. Вот и выбор, да? Достижение. Дождь не может продолжаться вечно. Ну ты хоть глаза открой. В смысле, я чё, похер? Ты не хочешь входить, блядь? Да. В смысле, бита? Какая бита? Я не причиню тебе вреда, заходи, если хочешь. Ну? Так покажите глаза, мать его, так. Зрачки у кошки, словно мошки, да? Ну? А чё глаза не показывают? В смысле? Какой конец? То, что кошку впустил, переедет. У единицы все равно не выходит. Дождь усиливался. Он закрыл дверь.
Ага, кошка все, значит, анализирует, да? В дом грязь, кошка мокрая с грязью. Так. Он что, ее вытирать будет? С теплым комком шерсти с кошкой. Кота звали Тимо. Нифига себе, Тимо. Искупать? Ну, давай. Окей. Окей. Давайте нафиг уберите это все быстро. Да, это просто кошка. Еще и покормить, офигеть. Я надеюсь, этот стрим будет не быстрый. Молоко. Она его что, сначала типа укусила, что ли? Интересно. Ну да, ладно, тебя первый раз заговорила.
Обиделся на кошку. Пытается читать. Фига себе взгляд. Ха? Манипуляторша. Он ее ждал. Почему ты ушла? Текс, радость. Домой. У меня нет дома. Хм. Логично. Да знаю, знаю. А надо? Нет, окей. Теперь это мне принадлежит. Как тебя зовут? А, лунный серп. Окей, не будем. Селена. А, пока что одна болтовня. Задуматься? Ну давай.
что такое Селена? Мифология? И Мини. Кого? Итан. Это да. Seems like you got an email from Sam. Прочитать. It's a tough one. Ага, это получается типа это. It just hit your work mailbox. Mm-hmm. Новый контракт. Right. Why don't we talk contracts on a Sunday evening? А подожди-ка. О, 22 минуты только, да? So, which one of us is all work and no play? I do not, мать твою. Богиня Луны. Супер. Are you coming? Гулять? Thank you.
Красный диван. Так, чувак, хватит работать, у него уже галюны от этого идут. Ага, понятно, галюны жесткие вообще начались. Нашего героя, да? Так. Хочу сохраниться. Такс. Сколько там прошло? Только полчаса. Окей. Давай эскейп нажимай, сука. Так. Своих снов Итан не помнил.
офигенные флешбеки. Ни хрена непонятно, но интересно, интригует, да. Не знаю, что должно произойти. Ключи. I didn't. No. What's with those questions? What do you mean? Yesterday you. Ответить уклончиво, это что такое? Мультики? И Полуночник ТВ. Интересно. Интервью с дьяволом. Да. Так. Дождь идет. Barely see you lately, so sweet pastries are my best shot to get some fun at night. Damn, I didn't realize you still remembered that cupcakes even exist. It was lying around the fridge for what? 3 days? I always leave my keys when I'm in the office. I'm pretty sure there's no cat burglars among my colleagues. Come to think of it, we should have hired a bunch. Gotta balance the risk of going broke we have on a monthly basis. A joke? Good God, Ethan. You look like you're about to eat me alive. Take a bun instead. Tastes better, trust me. Сейчас, секундочку, ребят. Psycho is enough for our family. You promise. Прости, я придурок.
Why don't you call Laura? Oh, don't be like that. I mean, there's no need to start full-fledged therapy anyway. Sometimes, talking through your worries with a professional is all it takes to feel better. I'm not fired yet. Seriously, though, I haven't figured it out yet. Those new responsibilities are exciting. Feel like I'm 10 times slower than I should be. I should probably get ready for a nice, fat piece of overtime by the end of the month. Well, I eat cupcakes at night. You should give it a try. Anyway, don't worry. I didn't give keys to anyone. And the only cat anything I let inside was an actual stray cat. Now that I think of it, it's been ages since we had any company. Maybe we should. Please don't get all worked up, okay? At least I'm being open with you. Don't worry, she didn't wander around. We've talked over what? The fact that what I want doesn't really matter. And you're staying here alone now? I have to go to the office. Okay. Sorry about the cat. She was really skinny, and I felt sorry for her. I also feel sorry for myself, Ethan, because I'm lonely. Really lonely. Don't. Блин, прикольный кадр. Подожди, а можно его как-то... О, зашибись. Так. F12? Да. F12. I'll start crying. Плакать. It'll take time. And I don't have any to spare right now. See you tonight. See you tonight. Baby, tonight. Окей, до вечера. Тень. Shadow. Что происходит? Ethan?
you expect me to ask? You don't. Okay, sorry. I'm super uneasy, and so I'm talking nonsense. Mm-hmm. I just... Look, am I distracting you? That's great. Look, it didn't come up well at breakfast, right? No, I'm sorry. I'm sorry, so sorry. Both of us have it hard now, so let's... Let's try not to fight, okay? Окей, музыка тут прикольная. Так. Why don't we go out tonight? Save for groceries? Counts as going out, if you ask me. I'll go crazy being cooped up like that. Так. За кабачками? So what do you say? Ясно. I love you too, very much. I mean you too, very much. Сходим за кабачками и займемся любовью. Лоу. See you tonight. See you tonight, до вечера. Так. Они делают оба свои проекты. Так. You had a call from the agency? Don't worry, I picked it. I told them you'd stop eating, sleeping, and loving anything other than work, so you'll get those files all nice and shiny. Pretty accurate, huh? Sure. I mean, it was you who asked me to answer the calls in the first place. No problem. If you're getting a call, and I'm not too lazy to go pick it up, I can watch your back. Well now, guess I'm being fired from an unpaid security position without any honors or compensation. Capitalism sucks.
I know. What else is new? I'm not sure. If God existed, he'd really want us to buy some zucchinis. I'll go and get dressed. Nothing special, really. I just wanted to print out some discount coupons. What about it? Sure. I'll send them to your mail. Ага. О. Блин. Подожди-ка. Ой, более-менее прикольно получилось. Okay, I'll be waiting for you here. I was asking, broccoli or Brussels sprouts? Huh. Are you all right? Well, let's take a bath. Variety is the spice of life. О, опять красный диван. Здравствуй, красный диван.
кто двое? Интересно. Получается. Так, а сколько уже выходит? 50 минут. 50 минут. Ну это же так, кошка, мать его, так. Это ж логично, блядь. И чё? Поцеловались? Змея. Серьезно? Что-то новенькое? Интересно. Darker hair color would suit me. I was just thinking of becoming a brunette. What do you say? Change from time to time. Variety is good. And besides, I find plenty of dark hair all over the apartment. Not very long, you know, but not too short either. About this length. And so I thought, if I go brunette,
I can believe those hairs are mine. Так, попытаться объяснить. Oh, really? Actually, I have an idea or two. Go on. Кто-то бывает в нашей квартире. Кто такая Лаура? Each other, we won't go crazy. Okay, I also see things, all sorts of things. I mean, sometimes you find hair. We just need to get through these dark times. It'll get better. I'm sure it will. Okay, I have to go now. I'll probably be late. Maybe I'll call you later, I guess. I love you too, very much. Don't forget to call Laura.
Да ё-моё, блин, с этими джойстиками. Do you want me to leave? But I may run into Hope right at the door, Ethan. She forgot her task, like eating an elephant. Not like a poor girl thing. It's her! There she is! Is simply amazing, accurate to a minute. Hello, hello.
is she, Ethan? Is it Sophie? Sophie Wolf, your student from that online course? I remember you were impressed with her. You always liked smart girls, and this one was also beautiful. Think. Who says, I think? Thinking's too painful. What is it all about? Is it good or bad? Так. Ага. This didn't help, did it? Any of it. You can't love me even now, right? Isn't it obvious? I see how you look at me. You're disgusted. You try your best to touch me as little as possible. And no matter what I do, no matter... Admit it. You never loved her. You didn't write me. She was convenient. That's about it. Shit makes the flowers grow. The flowers do so much for me. Hmm.
ночь. Программка новая попалась, так. Hmm.
Опа-на. Вот и выборка стоит, да? Интересно. Так. Так. Чего? К предыдущему выбору? В смысле? А так можно? Интересно. Нифига не понял, ладно.
Так. Отель Blue Lights. Так, предыдущему выбору, ну давай. Не вмешиваться. Искусство. Кто? So what do they say? Are you Ethan? Don't be silly. We both know that you. I understand this kind of work takes a lot of time, but you could quit the office job. Понятно. В смысле, что изменилось с цифрами? Что 5?
Так. Фух. Так, предыдущему... Чего? Так, ладно. Все, я понял. Так, ну это мы уже смотрели. Сколько там по времени? 89 это где-то, ну да. Так. Подожди-ка. Так, настройки, 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 да? А чё, тут нету этого, как его? Нет вообще, да? Галереи тут нету, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну что, я сказать что могу? Выводы, да? Мы посмотрели две концовки. А получается, какая-то кошка залезла к нам в дом. Мы выбираем, выгнать ее или оставить. Вот, я еще не знаю, какие остальные концовки. Сколько? 4 из 6. Да, мы открыли 2. Вот. Получается, тут какая-то мистика, какие-то египетские боги, не египетские боги. Селена ее зовут, вот. Она что-то от нас хотела. Мы ее нахер посылали, грубо говоря. Но это как я понял. Вот. И получается, чувак писал какие-то письма, что к нему тоже в дом кто-то влез, вот эта кошка. Чувака убили. Мы поехали к нему в дом. Бита кто-то разбивал лампы и, видимо, захерачил нас. Когда мы выбираем не ехать к чуваку, он вроде мирится со своей девушкой, главный герой. В конце пишет какую-то странную книгу «Хтонические боги», показывают опять флешбеки мистики, и на этом все заканчивается. То есть, ну как, игра короткая, она есть в Steam бесплатно, я на нее ссылку оставлю. Вот, игрушка короткая, средняя, интересная, ну много болтовни. Главный герой мало спал, у него какие-то типа галюны флешбеки. Ну, происходит, это мы уже заметили, вот. В принципе, пил от бессонницы, мало спал. И все к этому приходило. В общем, игрушка, главное, атмосферная. Чем-то местами криповая. Музыка тут офигенная, мне нравится. Вот. Как-то так. Ну, не забывайте про лайки, про репосты, приглашать друзей, смотреть сами. Не забывать про лайки, про колокольчик, чтобы не пропускать интересные разные игры, дружочек. Ну а с вами был, как сказать, Family Corporation, КФ, грубо говоря. Ну а всем до скорого, вот. Всем всего хорошего, всем удачи и всем пока-пока!